За X-Ray зацепился, да и еду потихонечку. Кстати, на Чита Лада Центр X-Ray не было. Я не знаю, что он из себя представляет в целом, но чисто внешне он мне симпатичен. Смотрится неплохо. Я бы даже сказал, импозантно, красиво. Я там был сейчас на Лада Центр, там был. Не было там Ларгуса просто, и вот X-Ray не было. Даже это были там мимо трейл на это на, для теста предоставлялось Лада, значит, Веста Кросс и Лада Ларгус Кросс тоже для тестирования. Приходи, пожалуйста, катайся, прокатись, посмотри. А X-Ray не в продаже, ни на тестировании не было. Кстати, тестирование почему-то с иркутскими номерами.